Всем привет, дорогие друзья! С вами Слёша. И сегодня мы поиграем вообще в сумасшедшую игру под названием «Сумасшедший олень». Я только зашел в игру, и он тут уже начинает с ума сходить летать. Ну-ка, давайте, попей водички. Я уже так делал. Давай, поплыли! Поплыли на небеса. На небеса. Так. Если, друзья, вы смотрите в это день видео, то смахните вас. Я это играю. Смахинцу, моя любимая игра. Вообще, это моя любимая, любимейшая игра. Давай, полить. Эй. Hi. Ай, тай, 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 ай, тай, тай, тай. Нельзя оленем? Вы чё, разве тут нельзя быть оленем? Все, это что-то вообще ужас какой-то. Почему? А, ну уже можно. Ладно. Давайте превратим этого чувака. Давай. Чё? Чё ему сделал? Прости, я не хотел. Я вообще не понимаю.
если вот это сломать? А вдруг тут есть что-то? Я уже не помню, вроде тут что-то бывает. Да! Да, я буду теперь супер оленем. Так, на F. Все, я теперь крут. Ну, ребята, если что, я уже видел эту игру, видел. Так, чувак, я хочу тоже поиграть. Дайте мне тоже поиграть. Я залез в игру. Друзья, а как насчет победить полицейский участок? Как насчет такого? Мне кажется, вообще идеальная идея. Вообще, найс. Просто найс. Ай, какие хитрые. Нельзя его победить. Еще. Ай, это запаска. Круто, оно теперь в запаску. Ай, у меня с ума сходит олени. А, так оно по-другому работает. А. Не, это невозможно сломать. Жалко. Ребята, я как всегда сломал игру. Я как всегда ломаю игру. Я не буду пока никого ничего трогать. Я просто буду на лошади скакать. И прям понравилась такая сцена. Сценка. Все, давай поскакали ехать. А, тоже на F? Да. Так. Ну-ка, F, друзья. Что со мной случилось? Мой олень! Олень, что с тобой случится? Покажу просто мега коалу. И она живая. Она-то живая. Вот, ребят, смотри, я ничем не примечательный олень, бегаю по улице, по городу. Хотя это очень примечательно, ладно. Вот, смотрите. Коала. Я, например, а почему? А эта коала не жива. Ага, я в нее постреляю. А тут бац! А нет, что-то косо работает. Вот смотрите, мы такие, бац, о, она-то живая. Рестарт. Ребят, я вообще вот испугался. Ну так неожиданно, это уже странно. Ты пью? Я
вот это никак не пройду. Мы берем на это все обучение. Это вот оружка, оно такое не слабенькое. Во. F. Мне не надо эту сценку. Я и так ее, если захочу, смогу сделать. Что хочу, что и делаю. Так. Вот, ребят, вы знали, что если сломать какое-нибудь здание, из него, возможно, с маленьким шансом, ну, не с таким большим, ну, 50 на 50, что-нибудь выпадет. Вот, можно вы это знали, возможно, нет, я не знаю. Нет. Так. Да чё? Как вы имеете право меня сбрасывать? Я крутой олень. Я олень, гулятель по крыше. Как можно их снять? Ну-ка. Так, вот это мне уже нравится. Ну-ка, давай. Еще! Да что же это такое? Мне прям везет все время. Отовсюду мне падают одни пистолеты, Да что это такое? Где же... Мне уже надоело, что вот эти вот попадают. Давай ломать. А этот нельзя сломать. А, этот можно. Но его возможно сломать. Собля! Ну-ка, давай бери. Давай бери. Вообще супер вооруженный. Супер вооруженный просто олень. Эй! Ладно. Я и так уже супер вооруженный. Ну-ка на. Ай! Ах ты ж автобус, я тебя еще догоню! На! Тебе в о, пистолетик. Ух ты ж, автомобиль. Не. Вот слышь. Я сначала тебя дожму. Жалко, что нельзя сломать. Ну-ка.
Здравствуйте, корова. А вы хотите перекатить в море? Корова. Корова, а вы хотите перекатить море? Море. Ах ты ж. Ну-ка, на. Перекати поле, корова. То есть перекати море, корова. Ура! Корова перекатила море. Антигравитация. Это что это? Что это? О, я хочу мини-игру. Это мне нравится эта игра. Я вообще хоть и вообще не мыслю. Вообще понятно. Понятно. Ага. То есть нужно, чтобы черных было больше. И одно только место было не занято. Ну, короче, понятно. Вау! А не такой сладенький, как мне казалось, с первого раза. Я вот не понимаю, на какую... Эй! А вот кьюта это... Чё-то кьют, оно как-то плохо. Полиция. В этом здании вообще нет мощности. Вообще ничего не понимаю. Ну вообще тут непонятно. Да, друзья. Ладно, думаю, этой первой серии хватит. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока. Пока-пока.